Подальше, сядь, так не садятся, что на первую скамейку. Она имеет право, а ты нет. Ну куда, залез ты? Выходить не надо сейчас. Садитесь. Сядьте спокойно, сейчас. Так, Царю Небесный, проходите. Царю Небесный, утешитель души истины, и жизнь небесный, и вся исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, иди вселесяны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Милосердный Создатель, мы просим Твое благословение на это собрание. Вразуми нас поступать по совести. Ибо будет день, когда за все придется отвечать. Дай нам страх ходить перед Тобой не постыдно. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Когда люди готовятся работать хорошо, они с себя снимают одежду. Так, никто никуда не выходите. А кому надо будет выходить, я потом отпущу. Это нужно абсолютно для всех, о чем будем говорить. Пробейтесь на скамейку свободно, Алексей. Никуда не уходите, сними с себя это. Так, если можно, ну перестань, холодно. Мне нужно, чтобы здесь оставался еще человек. Так, пожалуйста, я прошу, а вы послушайте. Достань. Я хочу сказать о том, что у нас сегодня богослужение без батюшки. И оно оканчивается намного раньше. Вот сейчас, сегодня удлиненно было за счет проповеди Златоуста. И то только полтора часа. И уже подходит, ах, как было длинно. Я расскажу краткую прелюдию к этому. Вы, Златоуста, хоть один том от корки до корки прочитал кто-нибудь? Своими глазами прочитать от корки до корки, как Библию. Поднимите руку, кто читал Златоуста? Так, вот два. Так, кто прочитал 12 его томов полных? А они некоторые по 900 страниц, а некоторые за 1000 уходят. Полностью прочитать, не слушать. Прочитать глазами на бумаге написано, я ясно выражаюсь, нет? Поднимите руку, кто? Я этот вопрос задаю сегодня всем православным по всему Союзу, по всему миру. Вы не думаете, что теперь лес рук будет, нет? Я подниму эту руку, потому что я не считал его только. Я конспектировал, а потом на пленке насчитал. С выражением. Не так, что если большая проповедь, я буду слово на слово поскорее, а там уж поймут, не поймут. Как поговорка есть. Как петух прокукарекал, а хоть век не святай. Вы понимаете, слово состоит из букв. Вот, допустим, Ленин. Пять. Путин. Пять. А Джугашвили 10. Вы знаете, кто такой Джугашвили? Иосиф Виссарионович Сталин. А Шикль Грубер 11 букв. Кто такой? Адольф Гитлер. И чтобы произнести имя первых 5 букв, время требуется разное. Я стал спрашивать. Я Златоуст говорил проповедь. Поскольку времени занимал эта проповедь, он в храме говорил. При переполненном храме столицы. Никто не может сказать. Мы даже еще сказать, что записана проповедь с пропусками. Магнитофонов еще не было. Писали от руки скорописцы, нотарии. Ну, знаете, есть такие люди, которые быстро пишут. И продавали проповеди при выходе. Выходили и сразу торговали. В церкви стояли, их там может быть сотни, которые переписывали. Но сколько? Надо записывать.
И кроме того, бумага стоила деньги не сегодняшние. Сегодня она вообще дешевая. Далее. Когда он говорил, то говорил, конечно, не скороговоркой, как у нас «Господи, помилуй» 40 раз. Сегодня на чем угодно сокращают, только не на богослужение. Честнейшего херувим десятки раз произносят. «Господи, помилуй», как из пулемета стращат. Надо это кому? Это обман. Обман этот надо признать сегодня. Завтра будет слишком поздно. Я говорю, служба длинная, сократите службу. Я говорю невероятные вещи. Я вам сегодня скажу, что об этом говорят в интернете обо мне. Я ничего не реформирую, я просто выношу на сознание людей, чтобы подумали, то ли дело, мы православные, такое ли оно было православие в апостольские времена. Мне уже подходят и говорят, вы все ссылаетесь на сектантов, на баптистов. Я ссылаюсь на всех, где можно подчеркнуть доброе. Вы только для себя это возьмите. Я высчитываю, сколько в русском языке букв в проповеди Златоуста. В одной проповеди, в другой, в третьей. И беру среднее. Теперь я разговариваю с греками. Узнаю эти проповеди, сколько букв по-гречески. Делаю сравнение, вывожу коэффициент. Кто этим занимался? Кому это надо? Мне надо это, мне надо. Мне сказали, ты говоришь длинные проповеди. У меня ни одной проповеди нет, как у Иоанна Златоуста, они все короче. У него в среднем, если он бы говорил с выражением, а он говорил с выражением, где проповедь сегодняшняя? Дай мне ее. Попроси. Положил ее. Я вам сейчас интересные вещи расскажу. Не торопитесь, успеете еще там. Дома-то мы ничего этого не слышим. Вы сюда идите, как на праздник. Вот тогда душа будет радоваться. А не так, как он у робота стоят ребятишки, а по очереди, в догонки друг за другом. И руку я научил, позеваешь, приложи руку, нету. Вот так рот раскрывает один, второй через каждую минуту. Нормально? Вы детей переведите сюда, чтобы они слово напряженность знали. Как кланяются? Посмотрите. Два перста, вот, крестилась Русь, два перстия. От Никона прошло троеперстие. Большой фильм, есть такой, 16 серий, «Раскол» Николая Достоля. Посмотрите, там все показано как есть. Там референты были, профессор даже от старообрядцев. Не пожалеете, посмотрите. Россия не знала Евангелия. Совершенно. Бились за букву. Но то и другое узаконено. Так крестился князь Владимир, Сергий Радонежский. Так Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский. Все канонизировано. О чем говорить? Но ты сожми. Чтобы это было четко, что ты держишь. Пальцы как? Как кланяешься? Я к определенным людям обращаюсь-то. Так, а вот так вот, вот рука. Католик, значит, вот, пять ран Христа. Это Бога человечества Христа, это Святая Троица. Вот так вот, крест, растопыренные пальцы. И куда-то сюда. Кланяться-то надо после того, как совершишь крестное знамя. Соверши, Господи, Иисусе Христе, где пуп, чрево, Сыне Божий, помилуй меня грешного, положи на плечо, не ломай. Небрежному маханию бесы радуются. Я о бесах сегодня поговорю. Мы пришли не бесов радовать, а устрашить их. Что мы огнедышащие серафимы, и же херувимы это означает, мы как херувимы стоим. Перевод-то не другой. Вторую страницу, третью страницу от края дай мне, пожалуйста. И посчитай, сколько страниц. Всего 9 страниц. Вот так вот кланяется. Смотрите, у нас некоторые кланяются. Вот так вот. Рука никак, пальцы никак. Я спрошу, пальцы больные? Нет, она еще не догадывается, о чем спрашиваю. Конкретно. Дальше. Рука идет сюда куда-то и кланяется. Какой же это крест? Дома научитесь кланяться. Стой спокойно. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Троеперстие, значит, положи его, чтобы плечо чувствовало ровно. И только после этого поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Подходите к иконе, двое рядом встали, два поклона, поцеловали, отошел, жди следующего, стой, твой напарник. И с ним вместе третий поклон. Я уже не раз говорил, бросай всех, ты привела человека, ничему не научила. Туда заходить никому нельзя. Вынесли сюда табуретки, встали, убежали, идут спотыкаясь. Табуретки оттуда не брать, здесь табуретки не ставить. Ясно говорю? Я к определенным нарушителям говорю, которым все по боку. Они не понимают слова «порядок». У Иоанна Златоуста в среднем проповедь была 32-35 минут. Я высчитал это на греческий язык.
И как он считал? Ну, смотря кто как проповедь считает. Если как Яр Песси, значит, проповедь была 32 минуты. А если как патриарх Алексей II, значит, 45 минут. С растяжкой каждое слово. Он так говорил. А другой по-другому. Но меньше 32 минут я нигде не нашел. Это невозможно. Я насчитывал 50 книг. Я знаю, что такое дать для людей, чтобы было. Вот, дай мне одно. Смотри, ты считаешь. В скорбях и бедах. По-гречески поставлено. Но скорбь еще более увеличивается, когда нельзя уклониться от несчастья. И когда точно неизбежная, какая необходимость, требует злостраданий в тесных обстоятельствах. Он говорил во весь голос, чтобы доходило это. Потренируйтесь. Сектанты это поняли. Они стали нанимать мастеров слова, платят им деньги. Он сегодня считает у адвентистов, у баптистов, третьего у других. Но он считает, он неверующий. Слово плохо доходит, но понятно, четко, ясно. Потренируйтесь дома. Лев Толстой, когда писал «Война и мир», некоторые главы переписывал 18 раз от руки. Вы думаете, на машинке печатать легко научиться? Я видел один фильм. Объявили, нужна машинистка, а безработица. Одна единственная машинистка. И вот красавицы, девицы выстроились, заходит, она букву найдет, ткнет, так, следующий. И вот заходит одна бабушка, седая, села за стол, он ходит и говорит, итак, сегодня у нас должно произойти такое собрание, что необходимо подготовиться к этому. Обернулся, а почему вы не пишете? Она говорит, уже написано. Как? И он тогда стал говорить и смотреть, она строчит, он говорит, как пулемет. Она говорит, пулемет и притом проверенный старый. 600 знаков в минуту. Каждую секунду 10 раз ударить нужную букву. Я, когда печатал, то у меня в среднем было 450. Я довел, дальше пальцы не работают. 600. Значит, везде нужно тренироваться и говорить. Я прихожу сегодня, Виктор Андреевич стоит здесь, и вот эту пачечку бумаги держит. Ну, слепой я и глухой, но догадался, что не важное. Что это? Наверное, сегодня занятие, ты по занятиям будешь говорить. Да нет, это проповедь Златоуса, смотрю, где бы ее сократить. Я говорю, у батюшки научился. Батюшка ни одной проповеди целиком не считает. Не смей. Сегодня к нам приехал Иоанн Златоуст. Он будет говорить, ага, вот это считать, значит, вот столько прослушай, остальные уши заткнул. Половина мне не надо. Но половина может в туалет сбегать, как некоторые. Иоанн Златоуст говорит, и вдумайтесь, с литургию могу, не уйти нельзя. Я стою, слушаю. Иоанн Златоуст, литургия. Да литургия-то им написана по великой нужде. Не знали, как богослужение вести. И он старался выбрать важное. От литургии сегодня больше полчаса не надо. Евхаристический канон. И коротко объяснить, а все остальное на проповедь. Не приучены, гляжу, замотались совсем. Проповедь-то действительно была длинная. Сколько страниц у тебя там? 9. Вот. 35 минут. А служба, если идет, да еще там архиерей, там у пуговки застегивает, как он расчесывается, воду подносит. Он зашел с немытыми руками, оказывается. Еще ноги не научились мыть. Служба до 6 часов, а старообрядцы приезжают 9 часов, отстояли, я говорю, спали, томились, выходили, полежали маленько. Мы к Богу пришли, со всяким напряжением да будет молитва. Если молитва не напряжена, она никому не нужна. Котел не раскаленный, если варится там варенье мира, привлекает мух, мухи садятся, а раскаленный ни одна не сядет. Понятно? Это на будущее, просто имейте в виду. Сейчас выражение попрошу прочитать. Я из интернета сегодня вот это вот вытащил. Давай, считай. Из интернета вытащил. Я сплю, а в это время каждый день идут послания. Послушайте. Это для тех, кто говорит, а зачем интернет? Интернет изобрел Тим Бернерс-Ли. Тим, Тимофей. Я за него каждый день молюсь. Как он облегчил нашу жизнь. Мобильный телефон. Кто? Мартин Купер. Мартин. Помолитесь о нем. Какой же он умница, сколько он терпел неудачи, наконец вышло. Запомните, хотя некоторые имена людей, которые сделали для нас такое уважение. Мы не изобретали, изобретать написано напряженный ум нужен, Соломон говорит. Вот послушайте. 27 сентября 2013 года. Это несколько я взял, 27-го. А сейчас октябрьские ночные сегодня, слушайте. Добрый день, уважаемый Игнатий, отец Игнатий. Ради Иисуса Христа удалите, пожалуйста, в теме сообщения
сообщение о дарке, двоеточие. Все, что написано о даркой, представляют собой искушение, провокацию, и ему на вашем форуме не место. Это я раньше писала под ником Адарка. Ником, под именем. Другим она называлась Адарка, а сейчас Киска. Я прояснила ситуацию и покаялась пред ником Киска. Так как ник Адарка забавен, удалите и сообщение Киски. Забанен, то есть закрытый, я его закрыл, черный ход. Удалите и сообщение Киски в той же самой теме. Спаси вас, Христос. Она что, вышла, она хульные слова говорила на святого Даниила Сысоева, святого мученика. Подох, наконец, подло и всяко на него. И я не убрал этот материал, не убрал. На него ответ и дал, а ей запретил. Она вплоть доходила до безумия полного. Везде обычно жалуются на модераторов, модераторы, которые следят за интернетом, что, ну, удаляют мои сообщения, я делаю удаляют. А чтобы удалить, такое очень редкое. И вот она уже второй или третий год упрашивает. А Ольга, которая модератор Воров, она говорит, кроме нашего главного администратора, я, никто не может удалять ничего. И она, наконец, вышла на меня, дождалась и вот это пишет. Я поняла, то есть то, что я не убираю, это принудило ее силою совести, видимо. И она пришла. Я безумство, сколько она там об этом... Я только маленько беру. Пусть кто-то покажет, чтобы интернет так влиял на человека. И дальше говорит, как я была без работы, как приняли не ту, как я бесновалась буквально, что я делала там с сестрой и прочее. И наконец я это поняла, поняла вот откуда. А сегодня мне говорят, да ты зачем так говоришь строго? Я знаю, результат ваш нулевой, поэтому ты учить меня не можешь, пока у тебя результата не будет. Я покажу тебе результат от того, что я говорю. Пророческое слово всегда было строгое, никому нигде не подчинялось, не корректировал никто его. Так ты что, пророк? Все пророки. Если все будут пророчествовать, а войдет к вам неверующий. Так написано Коринфянам. И не боялись этих слов. Сегодня слово пророк ругательное стало. И дальше. Сергий.житие.ру. Это один парализованный лежит, а со мной познакомился, ударился, где-то нырял, когда... И он пишет иконы прекрасные. И мне два слова написал. Равноапостольный, имя тебе. Читая на моем форуме все, он мне говорит, равноапостольный. Какой же я равноапостольный-то? Башмаки может почистить, так они у меня сапоги не чищены. Но ему это положено. Я не ищу этих похвал, это интернет вот этим самым издает запах. Дальше. Александр Марьясов. Спаси Господи, Игнатьевич. Ну, неправильно. Неправильно, потом он исправится. Я Библию читаю каждый день, и во многом благодаря Иоанну Златоусту и вам. Раньше я постоянно читал Псалтырь, а теперь еще Библию и Новый Завет, ваш подарок. И мне больше всего это обращение запомнилось, как слепого Вартимея и Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне Осанна Вышних. Благодарю, сейчас прочел, ведь был Иисус, сын Навина. Да что ты спрашиваешь, а имена там значения. Дальше. Так. Фотографии... Это Краснодарский край, мы заезжали там, фотографировались. Фотографии замечательные. Хотелось бы и послушать, что говорят ваши собеседники, услышав от вас Слово Божие. Ваша команда проехала без 10 тысяч километров почти вокруг Земли. А получается за 2 года мы 80 тысяч, а вокруг по экватору 40. 2 раза мы вокруг земного шара за 2 года проехали. За такой короткий срок. Километры – это одно. А вот сколько божественного тепла вы принесли в души человеческие, скольких влюбили в православие, я думаю, немало. Я вижу, какой всегда у вас ликующий вид, когда вы проповедуете Слово Божие. Низкий поклон вам за проповеди и служение Господу. Храни Христос. Я не играю. Вот он заметил ликующий вид. Радостно говорить о Господе. Не будьте сумрачны, если вы искуплены Богом. Дальше. Рад, что вы вернулись в онлайн, Игнатий Тихонович, хотя я, если бы жил в Потеряевке, наверное, никогда бы не заглядывал в компьютер. Надеюсь, вы будете и далее назидать нас, живущих в городах. Мой друг стоит на еретическом учении о священстве всех верующих, наверное, и сам совершает литургию по православному обряду. Это еще другой пишет. Я тоже пребывал в таком же заблуждении, но благодарю Господа, который через вас меня наставил. То есть они сами без священника, миряне совершали священнические действия, преломляли хлеб, все. И он теперь вошел в интернет и нашел, наткнулся сказать. И теперь это оставил, вернулся в церковь. Людмила Пушкарева.
Игнатий, поздравляю вас с днем рождения, здоровья вам, крепости духа и успеха в вашей нелегкой миссионерской деятельности. С уважением, Людмила. Я приехала, и 10 июня мы пересекли польскую границу как раз. А когда я приехал, больше 100 поздравительных только было от незнакомых людей. И вот такие вот послания, притом сектанты большинство. Дальше. Александр Югай, поздравляю, брат, с днем рождения и желаю Божьих благ, успехов в служении Иисусу Христу, в проповеди Евангелия. Не важно, сколько мы проживем, важно, как мы пройдем путь и куда мы направляемся. Маргарита Лыхина, доброе утро, уважаемый Игнатий. Простите, не знаю, как вас по батюшке величать. Посмотрела ваше видео, узнала, что вы с Алтая, и удивилась. Ведь совсем рядом живет такой человек с большой буквы. А я до сих пор ничего не знала о нем и его праведных делах. Столько видела светлых, добрых, радостных лиц на ваших видео, сколько порой за месяц в городе не встретишь. Спасибо вам за интереснейший рассказ. Желаю вам в следующем году осуществить все свои дальнейшие планы. Это незнакомые совершенно люди, только на интернет заходят. Дальше. Царь Алексей Риуцкий. Здравствуйте, я обязательно зайду на твой форум и посмотрю, какие там есть ответы. И может там есть мой вопрос, и я получу на него ответ. Я зайду, и когда у меня будет время, посмотрю также ваш сайт. Окей. Спасибо вам за Божью работу, я благодарен Богу за вас. Да благословит вас Господь, и пусть Его любовь будет с вами всегда. С Богом, Игнатий Тихонович, Божьих вам благословений. 11 октября. Ирина Тонких. Доброго здоровья. Давно от вас не было писем. Вы были в Москве этой осенью? Вопрос. Жаль, что не удалось встретиться с вами и приобрести ваши книги с автографом на память. А книги она сунулась. Теперь вот на этой неделе только в Америку посылать. Вышел вчера. Виктор. Долго разговаривали. Какие мы с ним похожие. Из баптиста, 18 лет, как в православии, и точно так же страдает, как я, так же ходит, так же призывает на проповедь. У нас один к одному с ним. Оксана... Ну, вчера, наверное, минут 40 разговаривали. Скорость дальше. Оксана Слышек. С днем рождения, Игнатий Тихонович, сердечно поздравляю вас с этим замечательным днем и благодарю вас за ратный труд на Ниве Господней во имя Господа нашего Иисуса Христа, за миссионерское благовестие, за православный сайт и форум. Многие лета вам, вашей жене и вашим соработникам, Оксана. Да. Тарас Юркевич, пусть Бог сохранит вас от всякого зла и помилует. Я благословляю вас, дорогой брат во Христе Игнатий. Мир вам и любви, дорогой Игнатий. Мира вам и радости в Духе Святом. Пусть Господь сохранит вас и помилует. Лариса Морозова. Очень приятно иметь верующего друга. С уважением к вам, Лариса. Евгений Игошев. Слушаю аудиоверсию Библии в вашем чтении. Очень нравится. Спасибо. Записанная Библия. И она в интернете. Это ответ я просто некоторый вырвал оттуда. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Узнала вас и вашей общине от отца Андрея Кураева, который назвал вас самым выдающимся проповедником России. Он вообще высокого о вас мнения. Это Андрей Кураев, он называет диаком всея Руси. И что Андрей Кураев... С кем-то там беседует, у него все книги были, он приезжал сюда. И это для меня тоже, ну как сказать, новинка. Значит, он, я говорю, как же он ответа не дал? Он дает ответ. Это человек с Красноярска. И теперь считайте, слушайте, что он дальше говорит. Как много открывает Господь наш Иисус Христос через ваши проповеди. Последнее время в семье большинство моих фраз начинается со слов. Лапкин в проповеди сказал. Лапкин так написал. Это он в своей семье так своим говорит на учение. Хочется встретиться с вами лично, услышать златоустые проповеди живьем. Но, увы, занятость пока не позволяет. Скажите, как можно посетить вашу общину и на каких условиях? Подумайте, кто это человек по должности? Считай дальше. Я преподаю философские дисциплины в университете, в том числе религиоведение, историю религии. Очень помогают ваши лекции и книги в работе, в полемике с сектантами. Игнатий Тихонович, как и где можно приобрести весь комплект ваших книг открытым оком? Это сегодня ночью. Пересылка, оказии, какова стоимость книг? Спаси, Господь, спаси Христос, Игнатий Тихонович, с молитвами о вас, Юрий Соболев.
Виктор Скуратовский. Приветствую вас, Игнатий Тихонович, именем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему слава во веки. Татьяна Лаурен. Дорогой Игнатий Тихонович, просматриваю ваши летние фото, прочитала объявление, план на 2014 год. Какие вы молодцы! У меня даже дух захватило. Супер! Да благословит вас Господь и сделает прямыми путь ваш. Да это немножко взял. А когда это во 100 раз больше, как оно касается? Так, я хочу сказать о силе Слова Божьего. Как оно влияет? Вы говорите, никуда никто не уходите, вы мне нужны сегодня. Мы заезжаем в Доманевку, и там Александр, он приезжал с Сыхотский, здесь принимал крещение. И вот он работает. Как это все будет в видео выставлено, как его люди собрались, он мирянин. И как они провожают, и как он едет в Первомайский город. А там уже его там духовное чадо отца Василия Толстенко, отец Анатолий. Уже люди собраны в храме, и в храме прям непосредственно идет беседа. И он говорит, у нас священник тут есть. Ну, называет его по имени. Не знаю, удобно ли назвать. Говорит, но он против, ну все говорит неправду и говорит против вас. Но его тут матушка, а матушка наоборот за. И матушка села в машину и поехала домой. Приехали домой. Ну что, батюшки под благословение. Ну, без рясы, все так вот. И вот обстановка начала быстро меняться. Это видел Николай Павлович Кручина. И видел Виктор. И он благословил нас. А матушка прямо с высокого колеса выходит, трехлитровую банку меда тащит. Да не надо, как батюшка скажет, берите. Так вот, я разделил по литрам, Николай. Это литра твоя, передай. Осталось Виктору только передать. Это особый липовый, видимо, мед такой желтый. У нас гречишный. С возвратом тары. Видите, как оно все необычно. Конечно, я вам обещал язык подсластить сегодня. Как Господь все это усматривает. Значит, на богослужении не таитесь проповеди. Не старайтесь ее вызволить и самим поближе подойти. Это навык должен быть. Вот сегодня как раз прошла проверка. Вот почему. Я сказал, батюшке, нет, считать от и до. Я никогда не делал ни разу, нигде никаких таких сокращений. Другое дело, там, место отписания, ну, одну фразу привести. Вот. А священник, если считает, когда почти никогда полностью нет. Как он томил своих прихожан, вы думаете? Люди не замечали ничего. Это значит, у него такой накал был в проповеди, что горело все. И люди бежали и говорили, «Цариса, ваше величество, он опять против вас говорил». А он говорил, «Снова беснуется Иродиада и требует головы Иоанновой». А у его Иоанн звать? И царица Евдоксия против говорила, а она сразу к мужу своему Аркадию, он безвольный такой царь был, он опять против меня говорит, добилась, свергли его. И она на Тауса через Босфор перевезли, там весь огнями горел Босфор, и вдруг такое землетрясение, все колебалось, цариса не знала, где спасаться. И сразу указ, верните его домой. Он вернулся и сразу снова начал говорить опять, клеймя, позор, которым заклеймен царский двор. Почему об этом Иоанн Кронштадтский не говорил? Ни Игнатий Брянщанинов, ни Феофан Затворник, никто. О царском дворе, о царе. Погубили царя. Ищет виновных большевиков. Мы виноваты. Вот тогда наша конструктивная программа сработает. Молчали, не обличали, боялись. А я не боялся. Пророк Илья не боялся. Вот мы послушали Златоуста. Возьмите себе, что я утомляюсь от него. Но это неправильно, просто сам с собой рассуждай. Вы когда идете дорогой, о чем-то думаете? Вот у меня мысль всегда идет предложением. Я иду и как будто разговариваю с мыслями. Этот дом строен был в прошлом веке, а в Томске больше таких домов. Я иду, мысли могу, если бы они записывались, я бы просто книга писалась бы. Я говорю, о чем ты думал? Вырази мысли, не может выразить. Это тоже неверно. Бог тебе дал разум. Сконцентрируй ее на одном. О чем бы ты ни говорил, главное не потеряна связь с Богом. Все контролируй в Библии Святой, так это или не так. А я даже не знаю, вот сегодня говорят, и все склоняются на ту сторону. Я не решил, я еще не молился, как Пама говорит. Я помолюсь и тогда скажу. Так говорил пророк Иеремия. Я говорю о делах исключительно важных. Мы можем топтать дворы Божии и остаться ни с чем. Надо жить очень напряженно. Мне не нравится, вот у меня друзей много где-то, я иногда делаю ревизию. Иногда вместо себя ставит какой-то там образ, храм, другое. С
сразу вычеркивают. Я их выкидываю. Зачем? Он себя прячет. Или в темных очках я их не принимаю. А в друзья он как-то прошел или переменил, называется там свой аватар. Так, убрать всякую так называемую чертовщину. Что попало вместо себя ставят? Вы Бога не боитесь? Царева поставила фильм. Она где-то была, и там изображен лукавый демон. И она стала с ним, и что-то там она сделала. И когда дома стала отрезать, и захватила щеку у себя на фотографии-то. И вот щека у нее как разболелась, дальше язва, и ничего, никакие врачи не помогают. И она умом повернулась к этой фотографии, где с демоном фотографировалась, на каком-то острове. И она все сама говорит, в натуре снимается, это документальный фильм. С демоном не играйте. Убрать это все. Вы хорошо меня слышите? Рогатых каких-то ставят вместо себя. Я из друзей выбрасываю. Снова попросите, друзья. Мое слово должно прожечь вас сегодня. С демоном не играют. С ним борются и побеждают. Подумал побороться Мотовилов Александр. Разговаривая с Серафимом Саровским. Он говорит, чадо, что ты сказал? Уже запечатленное слово. И он будет бесноваться, сидеть писать мемуары. И в это время через форточку густой туман и войдет в рот и наполнит его. И он из холод тартара испытает, червя не умирающего, берет в руки и растягивает его. И он каждый член прогрызает. Огонь адский испытал. Я, говорит, сажу себя с тела соскабливал. Ты можешь не верить. Это говорит собеседник Серафима Саровского. С демоном не играют. В свое имя его не поминай. А только одно, избави нас от лукавого. Господи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его, всех служителей его. С демоном не играют, еще раз повторяю. Все рисунки, что есть, уничтожить, тем более вместо себя ставить образ. Ты потерял разум. Тебе Бог дал плохое лицо, почему ты вместо себя другого ставишь? Я говорю тем, кто сидит здесь, кто вместо себя ставит другой образ. Я предупредил вас. Тебе все равно, а я сегодня ночью не мог спать, увидев это изображение. А тебе молитва идет, и ты за это ответишь, что молитва осталась неотвеченная. Сами сделайте это. Так, через неделю у нас годовое собрание, подготовьтесь. Какие-то замечания, что-то нужно лучше сделать. Ну, мы в стадии развития. Никому ничем не будьте должны, Павел говорит, кроме взаимной любви. Вот вдумайтесь в эту фразу. Мы ехали в Германию, и у нас получилось так, что мы снова оказались на краю гибели. За рулем сидел другой человек, Виктор Савченко, и он даже не сказал, что в темноте он плохо видит. Приехал, помял машину. На машине ямина теперь. У него нет заднего хода никакого. Но он хороший, добрый человек, но зрение недостаточное где-то. И я говорю, куда едешь? Что он остановился? Извините, так, что так взять, кто где? Вести хочет? Ну, где? Никита, вот еще кого-то. Никита ушел, да? Нет, он там. Так, Миша, где Миша? Так, минутку. Выйди, мешок муки дай и мешок картошки. У меня картошки нет, все раздали. Мы не продаем. Так, сейчас поедешь. Так, попутно сразу спрошу, где у меня у Нагаева. Она ушла. Узнайте, где и она? На улице, она где-то здесь должна быть. К ней надо отвезти мешок картошки, его вынесли. Так, шофера, кто мог бы отвезти у Нагаева? Где-то недалеко живет. Далеко. Ну кто? Чего у нее нет? Она была здесь, я говорю, она в туалет. Надо узнать. Ну кто-нибудь, выйди. А Галя же пошла, Галя. У Нагаева, и Натиша, он она идет. Так, шофера, кто может поехать сейчас? Вдова. Сама она ничего не может сделать. Слабое зрение. Так, Алексей, ты ко мне вернись, пожалуйста. Знаете, кочевой тетя Маша. Так, шоферу тебе надо сейчас. Картошка стоит в коридоре. Отвези ее. Пусть кто-то останется. Больше некому. Или маленько подождешь, потом. Подождешь, да? На собрании стою. Я никуда ну, нормально тогда, все. Я отвлекаюсь на такие маловажные дела, но они не маловажные, потому что человеку надо и в рот что-то положить. Батюшка приедет, мы молимся, но мы не знаем, как и что будет. Так, ребята, вы молодежь, я прошу вас, не уходите, у нас будут занятия, вы пообедайте здесь. У вас навыка нету, ну, потому что в общежитии живете, ни к молитве полной нету. Вы навык получаете. Нас Бог вел на одном навыке. Мать вселила страх Божий. И этот страх Божий привел к Библии, к святой, а потом к любви Библии.
И дальше все остальное, откуда вот как и что есть. Я просил вас о чем молиться. Наша поездка должна состояться. Со всех сторон вести идут уже. Поездка включает в себя два пункта, которые мне неизвестны. Но по ним уже работа идет. Первое, найти место ставки. Это примерно Калуга. Примерно. Ищите знакомых, ну, в районе от Москвы, и чуть подальше, с той стороны. Мы по тем областям будем работать. И второй пункт, это Николай Павлович Кручина. Чтобы его сердце и Виктора Николаевича Савченко расположилось к этому. Совершить то, что намечали мы, частично выполнили в 2013 году. Вот. И вот когда Виктор не заметил, машина накренилась, он тормознул. Полиция как из-под земли выскочила. Как, Николай, что-то не так? Не так было. А? Не так все было. Ну, маленько, скажи, как было? Я плохо там сидел, видел. Стемнялось, вы сказали, значит, Виктору, значит, может, вы поменяетесь? Да. Темняться начало. Я у Виктора спросил, он говорит, все нормально, я вижу, дорога хорошая, прямая. И, значит, дело в том, что читать по-немецки-то у нас никто не может. Я заметил, там карманчик такой был, машина какая-то стояла. Ехали не быстро. Обгоняет машина, значит, и сзади бегущая строка идет. Ну, кто знает, что это такое? Машина обычная, то есть цивильная. Ну, начинается развязка. Мы раз вправо уходим, и она туда же. И снова прям бегущая строка сзади идет у нее на заднем стекле. Универсал. Не знаю, что это. То есть это и была полицейская машина? Это не полицейская была машина. Вот. Ну и дальше по развязке. Развязка, они встали прям, ну, куда мы поедем? Виктор включает правый поворот, вправо уходить, и он уже включает сигналы, значит, и выходит с палкой. Может, ну, то есть, это так неожиданно получилось. Может быть. Это была таможенная полиция. Вот так. Я этого ничего не видел, что вы рассказываете. Я сижу сзади, посидели, вообще не видел. Ну и все, ну пришлось прям практически посреди дороги на развязке вставать. Ну а дальше что? Дальше паспорта забирают, за нами следом, и привезли куда, и дальше осматривают. Вот где стекло выдвигается, так они фонариком туда в стекло, еще в это вот. Ну откуда стекло выдвигается-то? Ну все проверили, ну ничего и нет. Ну и на память сфотографировались. Ну мне понравилось, как они работают, они показали, как-то поехали впереди нас, что ли? Да, я попросил, чтобы они нас вывели обратно, потому что там как бы городок этот весь разбросанный, растянутый, там долго петляли, чтобы нам не путаться, попросил, чтобы они вывели нас обратно в то же место. А что, они по-русски понимают? Или как-то... Мы ехали к Валентине, так не ссор, соединились, она говорит, это ко мне едут, так она сказала, говорит, это мои друзья едут, ну это повлияло. Документы отдали, и тогда мы поехали. А фотографии с нами, давайте сфотографируемся. Они тоже встали, сфотографировались две. Николай с ними стоит в один уровень с ними. Ну только что не в форме. Ну и я там такой поменьше. И вот у меня это запало в сердце, как они работают, как улыбаются, как говорят. Я решил отблагодарить их начальство. Сейчас ищут, где эта организация. Я сделаю фотографии и обязательно послать туда. Ну я напишу текст. А Лена, где она? Здесь Лена? Вот, она на немецком языке знает все, чтобы она точно перевела и послать туда, чтобы отблагодарили. Мы из России, и они тут такие, там а девчонка стояла, тоже работает в форме, высокого роста. Но она в стороне стояла и сильно улыбалась, вплоть до того, что смеялась. Интересное было. Представь, какие мы есть среди ночи, задержали кого, и вдруг тут собака, я выхожу. Да мне сунули, собака залаяла. Ну как-то все так получилось, круто и быстро. И нас отпустили. Я сразу себе положил на сердце. Никому не должен быть ничем. А когда тормознули, Виктор в это время вправо. Еще чуть-чуть машина туда наша не пошла. Прям наклонилась. А Виктор говорит, я траву не видел от этой. То, что трава там это... Ну, то зрение ослаблено, не его вина. Ну, больше он у меня за рулем ни разу не был. Все. И больше он никогда не сядет. Только где-то, если ну, в России кто-то будет. На Виктора тут конкурс объявляется. Он поедет или кто-то. На Николая нет никого. Никого. Не только Николай Дальнобойщик, но он там был, он знает, и у него какая-то интуиция, я разбираюсь в этих вещах, что даже ни знаков, ничего нет, и навигатор подводит, и он все равно смотришь, где-то ошибется, а большинство случаев прямо выведет где-то. Поэтому вот два момента, ставка и Николай. Я вчера говорил, кто не были, что на Урале, к которому мы заезжали,
отец Андрей, жена у него Юлия, грузинка, он не расположенный к нам был, не расположенный к ребятам, это оттуда Володя вот этот приехал. Но получилось так, что мы заезжали в прошлом году, и он, еще один тоже Андрей, и они расположились, все по-хорошему. И вот они, недавно он ехал, и устал на машине, сел второй, а второй заснул, и попали в аварию. У него перелом позвоночника, где-то вот это... Поясничной области. Да, очень серьезно. Ну, серьезно, она звонит, матушка Юля, да такой голос у нее радостный. Это, лежит батюшка-то, лежит и Библию считать начал. Понятно? Вот что значит любить Бога-то. Она говорит не о позвоночнике, не о том, что она одна с ребятишками, а о том, что муж, священник, наконец-то стал читать Библию. Я говорю, так она в Аудии есть, ты подойди к Володе Пищикову, он может сделать ему наушниках-то. Пусть лежит, зарастает, и Библию будет знать-то. Я Господь положил, глаза только кверху теперь смотрят, он же не вниз глазами-то лежит-то. Видите, сколько мы узнаем, ну, такого интересного. Нам Господь это открывает. Видите, как добросовестно относиться. Я выставляю, сжимаю, программы мои оказались нехорошие. Приехал Гавриил, дал знак и сказал, не делай этого, оставь как есть. Я буду закачивать намного чище. А я их сращиваю, они потеряли ну, качество. Точность такую, так сказать, четкость. Я потом ужимаю ее еще в 5 раз. Она совсем, говорит, на большом телевизоре не поймешь, где голова, где ноги. И меня отняли. Теперь я только вот эти собрания ставлю, ну, к чему претензий нет. Но зарубежное все у меня отняли. Я понял, это тоже от Бога. Гаврила, обычно не дождешься. И вот еще маленькая история. Алексей, ты мне очень нужен. Вчера прошла молва, что ты старый фотоаппарат отремонтировал. Вот он, Володя, с тобой стоит. Ты же вроде говорил, что отремонтировал. У Виктора Николаевича фотоаппарат был. И он мне его давал. Я с ним везде, в каждую дыру лез. Но там не застегивалось вот это вот. И она, он выпал. Раз, другое потерял. Ну, как бы мой был, я бы сделал ему резинку, чтобы прижимала там. Потому что она на липучку так это, клапан-то. Даю голубям воду, наливаю. А он в это время у меня поднимается, он через плечо у меня висит-то. И ударился в крышку, а там вот такая щель для голубей пяти, то буль, я его выхватил, но не больше 1,5–2 секунды он был, не больше. Дальше я делаю одну ошибку за другой, не надо включать, нужно батарейки сразу было выключить, а я нажимаю, он не работает. У меня дома только что заряжено было, еще большей мощности, это вообще нельзя делать преступление, я делаю, там все сплавило ему, а я не понимаю, я его... Разбирать не разбираю, сверху протер рубахой, на прицепку привешал, на солнце посушить, ну как знаю делать. Ну и дальше что? Магнитофон этот, фотоаппарат потерян. Алексей возился, специалистам давал, ничего не сделали. А Витя говорит, да не переживай. Ну, я ему говорю, Витя, ну я тебе добуду фотоаппарат. Нет, я хотел его все равно вам подарить, вы больше фотографируете. Но я понимаю, остается заповедь, никому ничем не будьте должны. Я узнаю его стоимость, и по этой стоимости Алексей покупает фотоаппарат и отвозит Вите новый фотоаппарат. Ну, мне-то нужен. И вот Гавриил мне купил. То есть я дал деньги, и он купил. Я разбогател. Я 5 месяцев не получал пенсию, 5300 рублей. Ну и добавили. И вот у меня теперь фотоаппарат. Беда вам теперь. Я к каждому буду обращаться. Какую кнопку следующую нажимать? Здесь почему-то он делает кашероформаты, углы сводит. И размазанные получаются где-то, но он когда показывал, Гавриил, она чудесно работает, не уходи. Я 2 кнопки знаю, включить и нажать. А у него инструкция 140 страниц. Я ее никогда не прочитаю, и бесполезное дело. Но от вас теперь я не отстану. Вы нужны наши все знаете, о чем надо молиться? Я не знаю, кому это непонятно. Вы все-таки видите печальное лицо у сестры, у брата. Подойдите, спросите, а что у тебя? Какая печаль? Царь, видя Неемию прислуживающего себе, спросил, у тебя печальное сердце? Он увидел его лицо, он говорит, нет. Я, говорит, сильно испугался. Почему? Как Сталин? У тебя что-то глаза бегают. Считай, уже в ГУЛАГе сгинул человек. А он был виночерпием у царя. Книга Неемия начинается где-то. И далее он говорит, печаль моя в Иерусалиме, в развалинах. Народ пленен. А его сильно любили. И что нужно сделать? Отпустил бы меня в командировку, в Иерусалим хочу. Дал сопроводительное все. А дальше народ Божий пойдет домой. Не все пойдут. Остатки потом придут. Печаль должна быть божественная. Сейчас. Такая, чтобы
Не стыдно было, о чем печалился? Не о грехе, не о богатстве, а что народ Божий не понимает Слова Божие. Как это донести до них? Как это сделать известным, чтобы новые люди пришли к Богу? Я вот недавно говорил, вот написали мы эти потопленные районы, там где были Хабаровск и прочее, написали Путину. И оттуда сразу ответ, согласно статье такой-то алтайской администрации, данного указания, разобраться. Алтайская администрация отвечает мне, три уже пришло, что согласно пункту такого-то мы обязаны ответить. Опять приходит, опять повторение. Третий раз. В Хабаровский край отослали, Приамурье. И оттуда идут письма. Письма получили, согласно такого-то параграфа. Мы обязаны ответить. Мы ответим, мы тут сильно заняты. 50 лет пишу в патриархию, в епархию, ни одного ответа нет. Я просто для сравнения делаю. Уже 5 бумаг у меня лежит от мирских людей по делу недуховному даже. А есть люди, которые потеряли все и хотят жить там, где не пьют, не курят, не матерятся. Дайте им знать, что мы такие есть. Оттуда был звонок, сколько можете принять? Я быстро по всей деревне проехал, узнал, кто сколько может принять. Пустые дома, 70-80 человек можем принять. Объясняю, чтобы начать строиться. И больше ответа никакого нет. Но у нас прошла проверка. Одна я отдаю полностью, Люба, я выезжаю. А единственный, кто не стал даже говорить об этом, старобрядец. Сразу. И все, на этом кончилось. Разговора нет. Все остальные, вот Неонила говорит, ну, даже Серафима, она мигом побежала к батюшке и говорит, батюшка, вот ко мне Игнатий сказал поселять на квартиру, так у меня же нельзя, у меня же тело Христово там, это какое, она печет просфоры. Да это не тело, это просфоры. Но все равно нельзя, ну что, если девочку какую-то, девственницу там, тогда бы можно. Ее понять можно, она благоговейно отнеслась. Мама ваша, Глушкова, ну если какие женщины, тоже посчитала. Сам Глушков говорит, ну мужчины если, ну могут они ночевать и поврозь. Нужда-то, если будет, то большая-то. Виктор, ну, скворечник, 5 человек принимают, там, в палате ездят, нары разбиты. Чтобы успеть еще разбить, завести материалы. Мы проиграли это все, узнали. То есть вполне это выполнимо, и это возможно. Реально. Вопросы ко мне. Так, кому привезли, старайтесь сегодня увезти отсюда. Значит, Загуляев Алексей, это мешки с Потеряевки, с картошкой привезли. Мы не торгуем, мы просто отдаем. Это не наше, тем более. Только тару возвращать. Так, вопросы. Значит, тогда я к вам задание вам дам. Молиться, о чем я сказал? О благовестии на 14-й год. 2 пункта. Еще раз повторяю. Пункт, где нам ставку сделать, найти, как там было, чтобы нас приняли. И Николай Павлович Кручинин. Я не тороплю, ничего, время есть. Ну, написано не раньше 3 месяцев. Так, Николай, пожалуйста. Вот когда отправляться, ну, не раньше 3 месяцев, а визе уже документы должны быть под. Не раньше. Визу. Я хался, двукратная виза есть и многократная. Я уже в интернете засох там. Все выписываю, собираю, и надо подправить. Так, Николай, пожалуйста. Погромче. Погромче, да? Ну, пожалуйста. Значит, хотелось бы сказать о чем, ну, о важном, о чем говорилось в начале, да? Я постараюсь коротко, братья, то есть о проповеди, какую сегодня читал Виктор Андреевич. То есть там 35 минут, 45 минут, это не важно. Не важно время. Важно то, как человек это делает. Любое дело вообще, неважно какое, ты можешь золотые деньги печатать, а делать это руками, которые растут не с того места. Понимаете? Вот в чем дело. Вот недавно показывают фильм документальный в Боливии. Ну, как бы наши не соотечественники, а не славяне живут в Боливии, старообрядцы. У них молитва с 3 до 8 утра, утренняя. Понятно? 5 часов. Это, говорит, нормально, сидит такой, да, он, наверное, миллионер, потому что у него там хозяйство большое, там 1000 гектаров земли, она там брошенная. Потому что Боливия там в большой степени, там кока растет. То же самое. Понятно, что это такое. Так вот, я о чем хочу сказать. Что, значит, читается у нас, например, проповедь. Вот Виктор Андреевич читал, да? Брат Игорь читал, Третьяков. То есть... Вы понимаете, вот бились, за что Дыбунов бился, что «Господи, помилуй!» Пулемет «Максим» медленнее стреляет, чем ее говорят, 40 раз, допустим, да? У нас это давайте делать вот с чувством, с толком, с расстановкой. Хорошо.
Давайте, Господи помилуй. А молитва «Помилуй меня, Боже», 50-й псалом, читается короче, чем мы говорим, допустим, 24 раза «Господи помилуй». Вы понимаете, в чем дело-то? Человек, читающий, ясно, что ее уже на память многие знают, и не только эта молитва, не только эта, вот сегодня читали, начинает сбиваться, во-первых, потому что он хочет быстрее прочитать, вроде как он знает, а на самом деле он ничего не знает, потому что он, у него виртуальная память и с тем, что у него на жестком диске записано, не совпадает. И он буквы ударения теряется, смысл слов «не горе, а горе». Сегодня было, не горе, а горе. Ну, какое горе? Ну, ладно, я там все это переварил. Во-вторых, что такое молитва? Человек во время, ну, один читает, то есть диакон, потому что мы же не знаем эти псалтирь наизусть. Для этого для нас и читают. Если бы мы знали, не надо и читать. Я бы сам стоял и читал в уме, и молился бы сам. Так, наизусть. Вы понимаете, в чем дело-то? И человек начинает читать, а я не успеваю ухватить, о чем он читает. Он выскочил, как автомат Калашникова. Автомат УЗИ еще быстрее, еврейский. Еще быстрее стреляет. Я не могу ухватиться, о чем мне подумать. Господи, помилуй меня, Боже. Есть такая пословица, русская пословица, то есть о скорости. Помилуй меня, Боже, и возложат на алтарь твой тельцы. Есть такая, понимаете? Вот это очень коротко 50-й псалом. Если ты меня помилуешь, я возложу на твой алтарь тельца, быка моего. Так вот, мое такое пожелание. Чтобы вот молитва, у нас тогда служба будет еще длиннее. Вы понимаете, не 45 минут, а 2 часа или 3. Саму молитву читать вдумчиво. Вспомните, если кто-то смотрел, был такой у нас правитель Никита Сергеевич Хрущев, который, не знаю, родил на своем деле или не родил, но он страшно ненавидел американцев за их, как бы, ну, влияние в мире. Сейчас они единственная нация, считается, которая может всем указывать. Есть такой доклад Обамы. Пожалуйста. И как он говорил в Организации Объединенных Наций, или на пленумах, или где-то, ну, не знаю, снимал он ботинок или нет, но он говорил от души. И разрешалось бы слова такие крепкие, он бы сказал. Кузькину мать он говорил, что мы им покажем. Ну, наверное, и показали бы, но его сняли. Просто он не успел. Так вот, давайте, чтобы было вдумчиво, чтобы люди успели ухватиться за какое-то слово и, ну, хоть что-то про себя-то подумать. Не то, что он прослушал, как там псалмопевец Давид говорит, а что это я говорю Богу. Есть такой фильм «Деточки» называется. И вот там один из героев молится. Кстати, у кого нервы крепкие, посмотрите этот фильм, но не для слабонервных. Отечественный фильм, «Деточки» называется. Вот, он ставит икону Иисуса Христа, маленькая иконка. Ну, там дедушка, он там выпивоха, бывший полковник там, ну, прошел и Крым, и Рым, как говорят. И он говорит: «Господи, ведь они ничего не знают». Это он о детях говорит, которые там, ну, делали свои дела. «Они ничего не знают. И я-то им не могу объяснить. Ну, помоги ты мне, объясни ты им». Вот это молитва, понимаете? Буквально он там, ну, 10-15 секунд может это длиться, но она может стоить трехчасовалой старообрядческой. Ауа-ва-ва-ва-ва. Вы понимаете, в чем дело? Когда она исходит от сердца. Вот Игнат Тихонович, он говорит вроде много-много, но этот человек говорит от сердца, он болеет за свое дело. А здесь раз отчитал, оттарабанил, и все, а там хоть не расцветает. Понял, а что-то не понял. Так и это проповедь. Златоустый говорит, тем более, перевод с того языка. Там это все читаешь, ты и то не всегда ухватываешь. А здесь человек читает, может быть, ее разделить на 2, на 3, на 4. Она одна и та же. Пусть там, ну, у нас, как сказать, ну, апостольское служение. Мы вольны тут его сами распорядиться. Как по времени, вы понимаете, расставить. Ну, сидеть полчаса, первые 10 минут человек слушает. Вторые 10 минут перестает понимать. А третий 10 минут он забывает то, что услышал. Это не я, это ученые говорят. Понимаете, в чем дело? Я не против длительности. Я за то, чтобы это было все понятно и коснулось вот этого вот там органа моего, вы понимаете? Чтобы у меня сердце загорелось, как-то воспламенилось или потухло. Не знаю. А у нас у всех потухло, все уже начинают и ботинки жать, и все на свете. Все на свете, вы понимаете? Плохому танцору всегда мешают ботинки. Вот мое пожелание к чтецам нашим. Понимаете? Простите меня, если я кого-то чем-то обидел. Ну,
Николай, ты готов за тему, где с одной скамейки подсудимых будешь сидеть со мною. Это запретная зона, но батюшки нет, действительно так. Можем где-то за счет чего-то. Думал посмотреть. Но я один раз попросил брата, это не его вина. Он думал, как меньше сделать, чтобы... Нет. Ну, студентам-то 45 минут читают лекции-то. И какие там интегралы выдают-то? И он должен сидеть и слушать. А сразу... А там разница. Он говорит, да. А здесь читают. Читанный текст, вот просто стоять, никогда читать. То же самое. Он труднее вмещается. Златоуст говорил, может быть, с открытыми ртами, это не замечали, за 5 минут считали. А взять, перевести и нам вот так вот просто читать текстом, анатолий, это все знают, это сложно воспринимается. Надо было не сокращать, а разделить ее в одну службу, ну, просто за несколько заходов. Тогда бы лучше был бы эффект. Еще один из вариантов. Читать это сложно, всегда читанный текст. Он я напоминаю, когда священник знакомый Немирович Данченко жаловался, говорит, храмы совсем пустые. Он говорит, у меня театры переполнены. Ну, батюшке говорит, батюшка, репертуарщик менять надо. Значит, смотреть за этим. Вот когда выступает хороший, ну, радио России, когда говорят, и бывают такие дикторы, Ковальков там этот говорит, Эдуард, ну, он будто бы не считает. Он говорит, как будто бы он сам это от себя говорит. Вот диктор именно такой должен быть. Ты должен в это вжиться, прочитать. Это много времени отнимает. Разбить на несколько частей. Сегодня полпроповеди, завтра еще сказать Златоуст, пока поработай там на дворе, у нас дрова попили. Потом придешь, еще попроповедуешь. Давай, Анна. Я буквально в эту же тему. Я уже поднимала этот вопрос. Но я вот иногда стою с глухонемыми по субботам иногда. И когда считают шестопсалмы, ну правда, они не успевают. Я даже не успеваю показывать. Потому что, вы поймите, они тоже люди с недостатками физическими. Потом они уже тоже старенькие у нас, они плохо видят. Пока мы там этот листик перевернем, а тут уже все прочитали. И они даже иной раз, и потом после шестопсалмия читают Евангелие. Пока они откроют, у нас-то оно хоть и заготовлено, пока они там это найдут, хоть и мы пытаешься ткнуть, у нас уже Евангелие прочитали, уже начинаем петь до это воскресную песню, они еще Евангелие читают. Вы понимаете, вот тут еще такой момент. Поэтому... Вот опять же к чтецам, чтобы не торопились. Вот. Потому что у нас есть глухонемые. Я по на эту же тему есть немножко другого рода претензия и пожелания. Но я думал вот о чем. Значит, когда слушаешь начитанную Библию Игнатия Тихоновича, он читает с выражением, но смотришь, у него как бы ровный строй такой идет, скорость определенная. И можно предъявить претензию, что вроде бы как читает равномерно, быстро. А к чему я веду разговор? Чтецы иногда, когда говорят читай громко, с выражением, часто накладывают свое присутствие в литургии. Что такое литургия? Это общее дело, так? Когда священник выходит, начинает, идет служба, то мы как присоединяемся к этой молитве? Каждый участвует слушать, что происходит. А бывало ли у кого-нибудь, вдруг какое-то слово заденет его, и человек начинает мгновенно размышлять и вдруг понимает, Господи, я столько лет читал Библию или там что-то делал, и теперь я вдруг понял. И он бывает сразу отстает от того, что происходит на службе. И говорит, никогда не пугайтесь этому. Этот человек отронуло, говорит, потом он догонит. Но вот этот момент очень важный. На происходящее на службе. К этому и призывает. Почему, говорится, должен быть котел вот этот, который внутренний, должен разгореться. И почему, например, чтецы, которые выходят, читают, знаете, как ровно на одной ноте, бесстрастно. И я нашел у Кураева. И он говорит, вы знаете, говорит, сколько раз было такое, когда выходит, ему и говорят многие, читай с выражением и громко. Он выходит и приносит свое. И получается, говорит, театр, одного актера, как Игнатий сказал, говорит, надо репертуарчик-то менять. Оказывается, театр. И человек, сегодня у него плохо в доме, он приходит и свои эмоции выкладывает в чтение Евангелия. Другой радостный, а третий еще. Например, простая, идет молитва. Господи, там, сохраните. Один про себя думает, про кого-то, про, например, управляющих нашим государством или про наших начальств. Один говорит, да пропади он про себя пропадом, Господи, да накажи ты этого или убери этого руководителя. А другой говорит, стоит тут же, прям рядом, может быть, кто-то внутри себя молится, Господи, какой руководитель, а? Скольким дал возможность? Скажите, чья молитва дойдет?
та или другая. И мы ничего не знаем. Поэтому, как сказать, вот то, что происходит с чтецами, они привносят свой театр. Поэтому говорят, лучше читайте, говорит, спокойно и бесстрастно. Потому что это было многократно. Но вот то, что сказал Николай, спокойно, равномерно, чтобы успевали, вот это надо делать. А не тараторить со скоростью пулемета. То, что он сказал там про УЗИ и про Калашникова, так, про пулемет. С этим согласен. Поэтому я считаю, все-таки Кураев правильно сказал, что лучше бесстрастно прочитать, чем привнести свои эмоции и в эту службу. Так, у меня все. Сейчас я скажу относительно этого. Я у Кураева прочитал это и сразу дал опровержение. Какие бы эмоции не были, основаны на Священном Писании. Ты сейчас сказал две разные фразы. Один говорит, начальник такой, да убрать его, а другой, это разные фразы. Но когда ты зажат рамками определенным количеством слов, в определенном порядке, ты можешь выразить только эмоции. А выразить тогда, когда ты правильно понимаешь и живешь по этим словам. Вот куда надо говорить. А без эмоций ничего нету. Он неправильно здесь рассудил, совершенно неправильно. Какая бы эмоция ни была в нашей жизни, это найдет отклик у каждого. У меня ребенок потерялся, у другого собака, у бабушки курица сдохла. Мы одинаково скорбим, печалимся. И вырази это. Слово «ну», две буквы, можно так сказать, что и презрительно, а можно так, с терпением, все в этом. Вот первый раз, когда я начитывал Новый Завет на пленку, а потом, второй раз, когда вернулся, я насчитал на компьютер и сказал, на компьютере более чисто. Но я старался найти старый вариант и считал, сравнивал, и второй раз я насчитал хуже. Почему? Я жил тогда в большем напряге. Я стал искать причину и нашел. Вот я и насчитал, и сразу Новый Завет дал человеку, который мне близкий, помочь ему, вот Гаврилов отец. Утром он приезжает рано ко мне, гляжу, на нем лица нету, сидит и плачет, зашел, что? Да я вчера слышал, как вы начитали. Да я, оказывается, его неправильно понимал. Я эмоции туда вложил. Эмоции какие должны быть. А просто монотонно, бесстрастно, ничего там и нет. Он ее читает каждый день, ничего не трогает. Он сидел, я, говорит, уревелся, оказывается, Господи, я совсем неправильно понимал. Я только интонацией добился этого. Из Нижнего Новгорода священник говорит. Я всегда знал, между священниками разговор, что на русском языке молитвенного настроя, на русском языке псалтырь не вызывает. И он выставил в интернет это. Но вот послушал на чтение Лапкина, точка, ан нет, восклицательный знак. Вот и все. Ан нет, там ни одного слова не добавлено в псалтыре. Но я этим живу, этим псалтырным чтением-то. И оно отразилось. Монотонно это, ну, в морге можно считать. Для живых людей нужно живое слово. Я это Андреево слово прочитал и совершенно не согласен. Поэтому так и стоят люди бревнами. Обыкновенное слово, но как оно будет сказано, как оно прожигало. Я знаю, великие были мастера слова, говорили. Вот заметьте, когда такую анкету дают, кто самый любимый у вас, что вы любите, какая пища. Ну и Карлу Марксу тоже такую анкету дети написали. И Фридриху Энгельсу. Фридриха Энгельса спросили, кто самый нелюбимый, кому вы антипатию самую большую. И он ответил, Чарльзу Спержену. Его современник, баптистский проповедник, назывался король проповедников. Почему? Вы знаете почему? Он простое слово мог донести так, что рабочий понимал. Евангелие написано для рабочего. Его слушает ткач, это для ткачей написано. Он каждое слово старался каждому человеку в интонации все вложить. А у этого ничего нету. Фридрих Энгельс, он фабрикант, богатый человек. А у того ничего нету. И он больше всего его ненавидел. Это соперничество, зависть. Здесь больше ничего нету. А я это прочитал в «Огоньке». Я понял, какая причина у него. Вообще, с чего к Чарльзу Спержену такое недоверие и антипатию-то? Когда... А оказывается, его Лондон заслушивался. Вот Россия. В России приезжает английский проповедник Редсток. Кто его слышал? Но это вживе было. Лев Толстой описывает. И сидит княгиня, и рядом кучер. И он услышал о Христе, и казалось, говорит, на кучера наезжает тройка, дышлом ему, давит на него лошадь. Ну, он, Лев Толстой, писатель-то, насмеялся как бы. Так вот, кареты эти заставляли несколько кварталов. Полиция собиралась только сохранить порядок здесь. А в это время в затворе сидит Говоров.
Феофан Затворник, потом канонизирован будет. И он пишет памфлет на это, что мы, русские, не знали Евангелия. И вдруг все туда покатились, дворяне, что они в церкви не бывали. Бывали, дорогой Феофан, бывали. Да ничего не получили. А вот тут началось теперь пробуждение евангельского слова. Он не православный, правильно, не православный. Так вы же эту почву создали. И они тогда напишут, такой Карев был Александр Васильевич, генеральный там секретарь у баптистов, всех бы. И он говорит, более благоприятной почвы для уверования, чем в России, не было в мировой истории. Народ искал, в землю закапывался, не знали, что делать. И живое слово только упало, люди сразу стали принимать. Попы создали благоприятную почву для того, чтобы люди ушли из церкви. Это они виноваты, это монахи виноваты. Люди услышали живое евангельское слово и поняли, идем совершенно не тем путем. Но один батюшка все-таки склонный был, не злой. Ну, видит, люди ходят в храм, а что-то какие-то не такие стали. Они, оказывается, собираются, штундисты. Штунды, немецкое слово, час, по часу, штундисты. Видишь, куда переменили-то. Батюшка пришел, но они еще от церкви не отошли. И говорят, батюшка, вы ответьте нам. Это мне рассказывает, кто сам участвовал в этом. Скажите, вот идти нам в воскресенье в храм или заниматься Словом Божьим? Вы знаете, что батюшка ответил? Батюшка расположенный к ним. Он ответил, не знаю. Ответ-то простой был. А вы сходите на службу, а потом придите, занимайтесь, как у нас. Прошло богослужение, после этого остается. И он говорит, не знаю. Другая жена к сектантам. А он говорит ей, вот скажите своей сестре, что ее не похоронят. Умрет, на земле будет валяться. Он больше ничего не нашел. Вот она сидит, кивает головой, знает, о ком речь идет-то. А та-то услышала, да брешет он. Не будет, похороним тебя, зароем. И все, батюшкина проповедь на смарку, она больше не пошла. Вчера мне звонит одна наша сестра. Вот у нас икона начала мироточить, с той стороны масло. И вот на утро проснулись, нет, а потом опять начала мироточить. У нас мироточения никогда не было, но оно появляется там, где ждут его. И что делать? Я говорю, возьми ее, отнеси в ближайший храм батюшкам, они ищут-то. И забудь об этом, затри все. Сатана играет как хочет. А почему сатана? Сатана, потому что Московская патриархия назначила комиссию во главе с архимандритом Иоанном Экономцевым. И там Павел Флорецкий был, новый Павел, там биолог, профессор-то. Они исследовали анализ химический, и в конце он говорит, народ наш тупой и необразованный. Не нечистая ли сила издевается над нами, чтобы мы ломали голову. И это все напечатали. То есть черти над нами смеются, как Лев Толстой говорит, а мы этого не понимаем. Нужны вам эти иконы, чтобы мы заточили это? Ты сама научись плакать. Да плакать ни о чем-то грехах. Детей не воспитала. Раньше время не пришла в храм. А теперь читать некогда, просыпаясь, когда попала. Поэтому ничего и нет. Так, я повторю еще. Мы сейчас начитываем на видео Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. Я делаю более пространные комментарии. Каждый день полчаса. Иногда два раза получается. Как только закончим, начнется, вот там много файлов будет, выставляться в интернет. Мы по-простому. Антуража никакого нет, как сейчас делают, там у него то часы, то, ну как это, а у меня ничего нет. Я сижу драный у ног Виктора, на мне сидят кошки, а тут собака, видать, рядом. Мы совершенно по-другому. Я еду на поле, Володя фотографирует стадо, бараны ходят, и мы начитываем, я ему отвечаю, Евангелие от Луки. Мы хотим показать, что Евангелие живо и действенно в любой обстановке, а не в стерильной комнате с такими лакированными столами, где часы отражаются, от отражения остается, а часов нету. Что хотел? Так, слушаем. Дорогие братья и сестры, ну, во-первых, это не в оправдание и не потому, что я обиделся. Многое было сказано правильно, но не со всеми согласен. Во-первых, простите ради Христа, где я, конечно, как Игнат Тихонович, я не живу, и так эмоционально, и так убедительно говорить просто я не смогу, но прочитать я должен, конечно, лучше, как я прочитал сегодня или в другой раз читал. Для этого нужно больше времени. Хочу сказать, что апостоличность ни у кого из вас, из нас здесь присутствующих, никто не отнимал, и поэтому мы можем проповедь и здесь прочитать, там сократить, а здесь прочитать, когда все сели и можем читать спокойно и эмоционально или не эмоционально, кто как сумеет. Так что у каждого есть эта возможность. Еще один вариант. Так, и кто это предлагает? Вот первый, Николай Валентинович.
обязательно приготовьте ваши кандидатуры на первом месте. Те все, кто дает предложение, у меня всегда читать будешь, у тебя получится. У тебя выражения хватает, осознания, так что как это, не отталкивай. Потом, в отношении того, чтобы читать монотонно или не монотонно, когда батюшка присутствует, он как раз неоднократно подчеркивал, что нужно читать так, монотонно, чтобы здесь эмоций никаких не было. Но я вам напомню, что мы говорим о проскомедии. Комедия. Так это комедия, это все-таки театр. Театральность в богослужении, она присутствует априори. Так уж сделали. Поэтому здесь эмоции тоже важны. И как батюшка читает, когда он говорит нам, когда читает того же Иоанна Златоуста, он говорит и свои привносит эмоции, переживания того, что он читает из проповеди Златоуста. Так что без эмоций это что? Ну, действительно, мы тогда в морге будем эти свои, так сказать, проповеди читать. Там бесполезно уже, с эмоциями ты или без эмоций ты читаешь эти проповеди. Так, я один момент хочу показать. Все? Нет еще. Знаете еще, давай. Вот у меня. Сейчас, подожди. Ну пусть она скажет вопрос. Виктор Андреевич, у меня вот к вам просьба. Вы не читайте быстро. Вы помедленнее читайте, чтобы можно было. Я не знаю как, но я вот действительно, вот несколько минут я слушаю, а потом я не усекаю. Кадр меняется быстро. Проповеди вы имеете в виду? Проповеди, или... проповеди. Ну ведь как раз, понимаете, я еще о чем хочу сказать. Во время проповеди два момента. Один говорит, другой слушает. И зависит от того, как настроен человек слушать. Еще это тоже. Если ты настроен на то, чтобы услышать, то ты услышишь даже из того, как вот читает, как я недостойно читаю. Да нет. Понимаете? Если пришел человек, чтобы скорее убежать и остановиться здесь, вот уже там уже запряженные лошади, надо же скорее ехать, то настроя нету и ничего не воспримется. Будите нас. Батюшка говорит нам постоянно, дить себя нужно заставлять, любить. Любить нужно ближнего, любить Бога нужно, заставлять себя слушать. То есть это работа, мы пришли сюда работать, мы соработники у Бога. Соработники, понимаете, они просто один говорит, а другой просто слушает. Так, я хотел сказать, был такой человек однажды, который не обладал никакими талантами, образования никакого, все только сержант, капрал. В другой армии. Ну вообще ничего у него нет, но у него есть любовь к своей нации. И он отдельно стал брать уроки, как говорить, вот так сказать, взмахнуть так. И наконец он завладел всей нацией, и почти весь мир лег к его ногам. Вы знаете, о ком я говорю? Да, да. И вот много документальных его выступлений, ни одного нет такого выступления, чтобы Мадан Антонов, он буквально со своими словами летит. Сегодня говорят, он непривлекательный видом был, но половина немецких женщин желали иметь от него ребенка. Более талантливого человека за 2000 лет не было. То есть это чудовище было, самое настоящее. Это был демон в человеческом образе. Но сумел так поставить, выработать себе все, что увлек всех. И он не пришел путем переворота Октябрьского. Он пришел законными выборами, набирая все больше и больше голосов, и весь народ его полюбил. И сейчас они интервью дают старые, которые тогда были Гитлер-Югенды, и они говорят, мы любили его, и мы сейчас еще не разочаровались в нем. Это что-то было невероятное. Он, находясь в комнате, чувствовал настроение толпы, когда выходил, не он один был бесноватый фюрер. Вся подтолпа, вся Германия бесновалась. Это не пример, но пример можно взять везде. То есть работать над собой надо. Вот такой фильм есть, «Восхождение дьявола», кажется, «Звезда». Очень сильно. Карлей, там Роберт играет, кажется, его. В отношении эмоционально и неэмоционально читать тот же шестопсалмия читать. Да. Я вспоминаю сестру Фаину. Помните такую сестру Фаину? Как она восхищалась тем, как читает брат Игорь. В одно время вот он очень хорошо читал. Вот она восхищалась именно потому, что это было эмоционально и не монотонно. Я пока этого не достиг, как брат Игорь. Ну, простите, помолитесь о мне, чтобы я читал достаточно. Хорошо. Так, сестра Галина. Я хочу поблагодарить Господа Иисуса Христа нашего за то, что у нас есть такие хорошие братья, которые не заботятся о нас,
Они всегда приходят подготовленными. И у каждого свой талант. У кого-то талант, конечно, ораторский, у кого-то этого таланта нет. Но самое главное, чтобы это было в сердце. А наши братья, они вот именно, насколько они могут, они стараются донести слово, потому что они ни разу не пришли неподготовленными. Особенно вот я хочу отметить Виктора Андреевича. Он просмотрит и места писания, и параллельно, и все. И вот кто как больше, я уж не говорю о вас, Игнатий Тихонович, потому что вы, как говорится, вне конкуренции, вам Господь дал дар и слово, и дал дар вот горения вот этого. Но вот братьям низкий поклон за то, что вы нас требушите, за то, что вы нас питаете этим словом божественным. Вот. Храни вас Господь. Спасибо, Христос. Взаимная должна быть. Я к этому добавлю только чуть-чуть. Вот когда пишут в интернете, ко мне обращаются, это поймите, что вы все здесь находитесь. Мне интернет вот научили братья, компьютер купили даром, ремонтируют даром, все делают. Поехали, я только сидел сзади, мотался. Ну, когда уже приезжаем в город, в библиотеку, тут только и всего. Кто-то снабжал продукты, кто-то молился, кто-то деньгами. Вы все участники, но обязательно через кого-то, говорит, инженер такой-то построил Исаакиевский собор, а он палец о палец не ударил инженер. Это его проект был, его задумка была, и как из этого, что получилось? И говорят, царь Николай построил дорогу до Дальнего Востока, да он ни одной рельсы не положил-то. Ну, выдвигаете на тот, от кого была идея там или что-то. Так что тут надо просто правильно это понять. На меня это никак не влияет. Меня давят, жмут. Ну, это уравнивается коромысло. Там какие слова, я не взял более хульные, которые там есть такие. Да это не православные, да все православные. Да это вот такие, это секты. И, ну, что угодно. Ну, сказали, да и сказали. Это сказали люди, которые вышли. Просят выслать книги. На этой неделе надо посылать уже будет. Только что 3 раза звонил священник из Кургана. Тоже звать Андрей. Давно уже звонят. Вот представь, я на картошке копаю звонок. Что? С Новосибирска, там я говорил, Татьяна какая-то. Посмотрела в интернете книги, вышли эти книги. Я говорю, книги, вот эти сейчас полная стоимость, это 20 тысяч, запомните, 20 тысяч. Это чуть-чуть поменьше, чем в 2 раза меньше ее натуральной стоимости. Все цены, все взлетели вверх. До разговоров нет. И ей Надина сестра, Нина, поехала там, отвезла, и оказалось, это организация какая-то. Она сразу же оплатила, все. Видите как? Ничего нельзя ни издать, ни сделать, ни переплести, самому нельзя. Да, моя идея была издать, говорить, но это опять же Божье, оно не мое. Бог дал. Андрей Кураев так сказал, я там самый великий какой-то. Я вообще не проповедник, если так взять-то. У меня нет стандартов никаких. У меня вот эта обстановка, она меня тревожит, я выхожу и начинаю об этом говорить, кричать. Какой я проповедник-то? Возьми, когда говорят люди, окончившиеся, отец Геннадий Фас, когда выступает. У меня в мыслях не было приравняться к нему, да? Настолько мы далеки. Он на вершине горит звезда, как на елке говорят. А я там внизу, это блестка какая-то от свечи. У него все есть. Он преподаватель университета. У меня ничего нету. Я печник и сторож. Но Бог позволил выйти и сказать людям. Спасибо, Христос. Да. Так что вы здесь все. Если ничего нет, поблагодарим Бога. Оставайтесь на занятии. Сейчас пообедайте. Достойно есть якобы истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, слава Тебе за Твое долготерпение. Если в чем мы погрешили, прости нас, немощных. Мы просим, чтобы Ты Духом Святым путеводил нас и всех довел до Царства Небесного и навеки ввел в вечные обители. Тебе, Боже, слава за все. Возврати брата Акима. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господь и болящих помянет. Оставайтесь.